Всем привет! Смотрите, как исправить ошибку циклического избыточного кода CRC, появившегося на внешнем жестком диске. Как восстановить данные после такой ошибки? Ошибка циклического избыточного кода CRC – это метод проверки целостности данных, который используется для обнаружения случайных изменений в данных. Если при проверке данных происходит ошибка, система сообщает о ней. Это может указать на проблемы с вашим жестким диском, кабелем, портом или даже файловой системой. Эта ошибка может появиться при попытке копирования, перемещения или открытия файлов и указывать на проблемы с чтением данных. Данная ошибка зачастую предупреждает о том, что диск находится на грани отказа. В результате может произойти повреждение данных или вы можете вовсе потерять доступ к файлам на диске. Далее в видео мы рассмотрим, как избежать утери и методы восстановления файлов. Ошибка CRC обычно появляется при извлечении файлов, копировании, перемещении или попытке чтения данных. Если проверка CRC не удалась, на экране может появиться одна из этих ошибок. По сути, неудачная проверка CRC указывает на то, что ваши данные повреждены или ваша операционная система сталкивается с проблемами чтения данных. Это может произойти в результате поврежденных секторов, которые приводят к ошибкам чтения и записи, износа накопителя. Со временем жесткий диск может изнашиваться, особенно если он подвергался частому использованию или физическим ударам. Или перегрева. Высокая температура может вызвать повреждение внутренних компонентов жесткого диска, что в свою очередь приведет к ошибкам CRC. Также ошибка может быть следствием заражения компьютера вирусами из-за внезапного отключения питания, при чтении записи данных, неправильного извлечения и накопления плохих секторов. Еще частой причиной появления ошибки могут быть неисправные кабеля или плохие соединения. Ошибки программного обеспечения, проблемы с драйверами, переполнение диска, коррозия контактов. Каждая из представленных причин может вызвать ошибку. Для исправления ошибки в первую очередь проверьте все соединения, убедитесь в исправности кабелей. Отключите и заново подключите жесткий диск. Убедитесь, что внешний жесткий диск правильно подключен к вашему компьютеру. Попробуйте переподключить его к другому USB порту. Или же попробуйте использовать другой кабель для подключения жесткого диска. Подключив диск к другому компьютеру, вы сможете определить, в чем причина. Как достать данные с диска после CRC ошибки? Как известно, ошибка CRC может быть признаком неисправности диска, поэтому лучше восстановить данные как можно скорее. Самым лучшим способом будет восстановление данных, так как в результате манипуляций с диском может произойти утеря информации. Перед тем, как приступать к процессу восстановления, нужно убедиться, что диск еще определяется системой. Для этого откройте управление дисками, правой кнопкой мыши по меню «Пуск», «Управление дисками». Проверьте, отображается ли здесь ваш накопитель. Если диск не отображается в управлении дисками, вы проверили кабеля и надежность подключения. Достать информацию с такого диска своими силами у вас не получится. В таком случае обратитесь в специализированный сервис. Если диск отображается, воспользуйтесь программой для восстановления данных Hetman Partition Recovery. Hetman Partition Recovery поможет вернуть файлы в результате случайного удаления, очистки или форматирования диска, а также поможет вернуть файлы с диска после CRC ошибки. Программа поддерживает все популярные файловые системы и типы накопителей. С ее помощью вы сможете быстро просканировать нужный диск и достать с него файлы. Загрузите, установите и запустите программу. Она автоматически просканирует систему и отобразит все подключенные диски. Далее нужно выделить накопитель, на котором возникла ошибка, и запустить анализ. Кликните по диску правой кнопкой мыши «Открыть». Затем выберите тип анализа – быстрое сканирование или полный анализ. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. Оно займет меньше времени и работает в большинстве случаев. В результате программа мгновенно просканирует диск и отобразит все найденные файлы. Откройте папку, где хранились файлы, которые нужно вернуть, с отметкой в виде крестика помечены ранее удаленные. Далее выделите все, что нужно вернуть, и кликните по кнопке «Восстановить». Затем укажите место, куда их сохранить, диск и папку. И после нажмите еще раз «Восстановить».
По завершению выбранные файлы будут лежать в папке по указанному ранее пути. Если быстрое сканирование недоступно или после сканирования программе не удалось найти нужных файлов, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню программы, кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите «Проанализировать заново». Далее выберите «Полный анализ», укажите файловую систему, «Далее». Данный процесс займет больше времени, продолжительность зависит от объема накопителя. По завершении откройте папку, где хранились нужные файлы, выделите все, что нужно вернуть, и кликните по кнопке «Восстановить». Далее укажите место, куда их сохранить. Таким образом вы сможете вернуть файлы после ошибки на диске. Также в программе реализована функция создания образа диска. Данная опция создана как раз для таких случаев. После сохранения образа вы сможете выполнить анализ с него, чем продлите жизнь накопителю. Для того, чтобы снять образ диска, выделите его и нажмите вверху «Сохранить диск». Далее оставляем параметры без изменений. После нужно указать место, куда сохранить образ. Вам понадобится диск с достаточным объемом для сохранения образа. Сохранить. По завершении вы получите образ диска, который сможете проанализировать и достать из него данные. Для этого в программе кликните по кнопке «Монтировать диск», «Брав образы» и укажите путь к накопителю. В результате он появится в окне программы. Далее нужно лишь запустить анализ и восстановить нужные файлы. А теперь давайте рассмотрим, как исправить CRC ошибку. В большинстве случаев данная ошибка – явный признак того, что диск скоро выйдет из строя. Вот почему в первую очередь рекомендуется восстановить с него данные, ну и после проводить манипуляции по исправлению и ремонту. В зависимости от того, что вызвало ошибку CRC, исправления, которые мы рассмотрим, могут служить лишь временной мерой, прежде чем диск полностью выйдет из строя. Для начала, как я уже говорил ранее, начните с проверки физического подключения диска. Поврежденный кабель или сломанный разъем могут мешать чтению или записи на диск. Убедитесь, что причина не связана с подключением. Также причиной ошибки может быть недостаточное питание привода. Проверьте кабель питания жесткого диска и убедитесь, что он не поврежден. Еще одним из решений исправления CRC ошибки может быть обновление драйверов. Рекомендуется регулярно обновлять драйвера. Если вы давно не обновляли систему, выполните обновление или установите обновление драйвера вручную. Для этого откройте диспетчер устройств правой кнопкой мыши по меню «Пуск». Разверните раздел «Дисковое устройство». Кликните правой кнопкой мыши по диску с ошибкой и выберите «Обновить драйвер». Автоматический поиск драйверов. В результате Windows автоматически выполнит поиск последних версий драйверов и установит их. Также в Windows есть встроенная утилита исправления ошибок. Для запуска утилиты откройте проводник, кликните правой кнопкой мыши по проблемному диску и выберите «Свойства». Далее перейдите на вкладку «Инструменты». Здесь в разделе «Проверка на наличие ошибок» нажмите «Проверить». Далее выберите «Исправление и восстановление», «Запуск». После проверьте, удалось ли решить проблему. Следующий метод исправления ошибок диска с помощью командной строки. В Windows есть несколько встроенных утилит, которые также могут помочь решить проблему с диском. DISM, CFC и CheckDisk. Данные утилиты могут автоматически находить и восстанавливать поврежденные сектора. DISM предназначена для поиска и исправления системных файлов. Если ошибка возникает из-за повреждений системных файлов, попробуйте исправить ее с помощью утилит DISM и CFC. Откройте командную строку от имени администратора. И выполните такую команду. По завершении DISM проверки выполните такую команду.
SFC ScanNow. По завершении проверьте наличие ошибки. Еще один встроенный Windows инструмент, который позволит проверить файловую систему и исправить ошибки на жестком диске, включая ошибки CRC, утилита, CheckDisk. Эта команда может помочь вам обнаружить и исправить поврежденные сектора, проблемы с файловой системой и другие неисправности, которые могут вызвать ошибку циклического избыточного кода. Выполните следующую команду. Здесь указана буква диска. F – это параметр, указывает CheckDisk исправить ошибки файловой системы, если они будут обнаружены. R – это параметр, указывает CheckDisk найти поврежденные сектора и попытаться восстановить данные, которые могут быть прочитаны. По завершении рекомендуется перезагрузить систему и проверить наличие ошибки. Если CRC ошибка возникает при установке игр, программ или при их запуске, в таком случае могут помочь следующие решения. Для начала отключите антивирус, затем заново скачайте установщик и выполните повторную установку программы. Также рекомендуется скачать установочный файл из другого источника. Еще рекомендуется отключить разгон, если он используется. Разгон оперативной памяти или процессора может стать причиной CRC ошибки. В случае недавнего изменения аппаратной конфигурации компьютера, добавления или замены оперативной памяти, попробуйте вернуть исходную конфигурацию и проверить, сохраняется ли ошибка. В редких случаях причиной проблемы могут быть символы кириллицы, пути к файлу установщика или пути к месту установки. Рекомендуется исключить кириллицу в именах папок и полных путей к этим расположениям и проверить наличие ошибки. Если ни один из способов не помог исправить ошибку, единственным решением остается форматирование накопителя. В результате форматирования вы потеряете все данные, хранящиеся на диске, поэтому прежде выполните их восстановление с помощью программы для восстановления данных. Чтобы отформатировать накопитель, откройте управление дисками. Нажмите правой кнопкой мыши по нужному диску. И выберите «Форматировать». Изменение параметров не обязательно. Окей. По завершении вы получите чистый диск, и ошибка должна исчезнуть. Но помните, эти методы – лишь временное решение CRC ошибки. В первую очередь рекомендуется перенести важные данные на другой накопитель, а затем в скором времени заменить поврежденный диск. Как видите, ошибка циклического избыточного кода CRC довольно серьезная проблема. При возникновении рекомендуется как можно скорее сделать резервную копию важных данных, если это еще доступно, или же воспользоваться программой для восстановления данных. Также в операционной системе Windows есть несколько мощных встроенных инструментов, которые могут помочь исправить ошибку. Но зачастую это временное решение, так как ошибка может в скором времени повториться. Не забывайте о резервном копировании важных данных. Это обезопасит вас от потери информации. А на этом все. Надеюсь, данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.